Всем зрителям, подписчикам, доброе утро. Сегодня будем собирать теплицу павильон 3х6. Практически точно такой же, как уже стоит. Будут незначительные изменения в комплектации. На таком брусе высоком он будет стоять. Брус 100 на 200, пропитан антисептиком. БК приехали, разложились. Потихоньку приступаем к монтажу. Каркас у нас стоит, закрепили к основанию. Начали обшивать стены. Сейчас будем их прокручивать окончательно. Параллельно делаем переливы и переходим к покрытию крыши. Будет у нас на участке практически будет две практически одинаковые теплицы. Закончился монтаж теплицы. Напоминаю, сегодня строили теплицу павильон 3х6. Это не она. Поворачиваем. Вот она. Вот та теплица, которую построили сегодня. То, что вы видели, это почти 2 года этой теплицы. Здесь у нас дверь с форточкой с одной стороны, с другой стороны все то же самое на термоприводах. Есть коньковая промуга на термоприводах. Каркас профильной трубы 40 на 40, арки 20 на 40. Покрашено все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Диагональные усилители, все на своих местах, все закреплено, выровнено. И стоит на брусе, брус 100 на 200, обработан, закреплен. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцизочные, торцуль профилем. А вот то, что вы уже видели в начале. Все практически то же самое, тоже есть коньковая промуга, только она смещена ближе к торцевой форточке для лучшего проветривания. Форточка в торце, с другой стороны дверь с форточкой на термоприводах. Там уже все растет у нас. Рассада, заходить не будем, потому что на улице холодно. Две теплицы один в один практически получились. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.